22 декабря энергетики всей страны отметят свой профессиональный праздник. В преддверии этого события работников отрасли региона поздравили в зале филармонии. Благодарности губернатора получили диспетчеры, экономисты, электромонтеры, инженеры, профессор энергоуниверситета. 22 декабря 1920 года на Всероссийском съезде Советов был принят Госплан электрификации России на ближайшие 10-15 лет. Сегодня свет и тепло есть в доме у каждого. Люди воспринимают эти блага цивилизации как должное и зачастую даже не задумываются, труд скольких специалистов за этим стоит. А между тем, энергетика – это основа экономики страны. И сегодня государственная политика направлена на сбережение ресурсов, в том числе на энергосбережение. Практически все ресурсоснабжающие организации имеют свои программы энергосбережения. Программа энергосбережения осуществляется на региональном уровне за счет средств регионального бюджета. В прошлом году около 150 миллионов рублей было выделено на энергосбережение, в том числе на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Департамент жилищно-коммунального хозяйства – это профильный департамент, который в основном и курирует эту сферу.